Я рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня я хочу с вами поделиться рецептом вот такого замечательного витаминного салата со вкусом имбиря. Вот такой набор продуктов нам понадобится. Яблоко, королаба, корень сельдерея, морковка, красный лук, имбирь, лимон. Нам понадобится сок половины лимона и немного сока для яблок. Также подсолнечное масло и соль. Нам необходимо будет очистить все наши продукты от кожуры. После того, как мы очистили наши овощи, нам необходимо будет натереть их на средней терке. И будем стараться натирать их по всей длине. Для того, чтобы у нас получилась вот такая длинная соломка. Яблоко я буду натирать на терке с большими отверстиями. Таким же способом, как и с остальными овощами. Тянуть по всей длине для того, чтобы получалась вот такая красивая длинная соломка. После того, как мы яблоки вот натерли на нашей терочке, их необходимо сбрызнуть лимоном для того, чтобы они не потемнели. Сбрызгиваем и перемешиваем. Наши продукты подготовлены. Лук я нарезала вот на такие полукольца тоненькие. Все наши продукты отправляем в большую миску. Точное количество всех продуктов вы, как всегда, найдете под моим видео. Под моим видео вы сможете написать комментарий, если посчитаете нужным. Поставить лайк, если оно вам понравилось. И подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Теперь необходимо все тщательно перемешать. Когда мы все перемешали, нам осталось натереть сюда наш имбирь. Если у вас нет свежего имбиря, можно взять и сушеный. Вот так же натираем на терке среднего размера и после этого еще раз все перемешиваем. Нам осталось приготовить только заправку. Подсолнечное масло добавляем сок половины лимона. Также добавляем соль по вкусу. Все тщательно перемешиваем и заправляем наш салат. Теперь осталось перемешать только салат. Вот такой замечательный витаминный салат у нас получился. А мне остается надеяться, что мой рецепт вам понравится и вы будете готовить его для себя и своих родных. Всем приятного аппетита и до новых встреч на моем канале!